Увольнение Анатолия Сердюкова и назначение на пост министра обороны Сергея Шойгу прокомментировал Дмитрий Медведев, который находился с официальным визитом во Вьетнаме. Я считаю, что деятельность Анатолия Сердюкова на посту, на должности министра обороны в целом была эффективной. И в результате его деятельности в вооруженных силах начались долгожданные преобразования, которых не было и которые нашей армии были категорически нужны. У нового министра обороны есть очень хороший министерский опыт. Он создал высокоэффективное министерство по чрезвычайным ситуациям, может быть, одно из лучших в мире. Он человек, который умеет исполнять указания, что важно для человека, возглавляющего Министерство обороны. В то же время ему необходимо продолжить те преобразования, которые были начаты при прежнем министре обороны, и довести их до конца. Это критически важно. И в этом смысле я считаю, что он умелый министр, он сможет этого добиться.